Не могу. Ну бывает. Но не у всех проходит. Я для тебя топор тут нашел, если возьмешь. Возьму. Будет хорошо. Еще бы я сказал, где я, да? Опа, опа. Я нашел волыну. Да ладно. Восемь. Ага, ну патронов на нее у нас нет. Посмотри внимательно. Подожди. Пять. Могут быть патроны там. Патронов, естественно, нет. Но я сейчас попробую установить оптику. И оптика... не устанавливается. Ну, туда, наверное... А, подожди, может мне нужны плоскогубцы для этого? Нет, я думаю, что у нее просто нету... как сказать... рельсов для этого. Направляющих, в общем. Так, подожди. Матчбокс это спички. Это спички, да. Бери. Беру. Я хочу обязательно попробовать. Блин, я уже жрачки столько насобирал. Приготовить рис хочется попробовать. А я еще риса нашел. Ну, отлично, можно готовить. Есть и ни в чем себе не отказывать, да? И молоко нашел. Сухое, да? Ну вот, теперь еще и можно жевать молоко. Причем две пачки. Или делать рисовую кашу на молоке. Найду. Так, скажи, где ты находишься примерно хотя бы? Церковь видишь? Я где-то рядом с ней. Где... А, вижу, но я не рядом с ней. Я знаю, где? Где-то там. Хорошо, ты объяснил. Ну, в общем, можно у церкви. Видишь дом, который на который светит фонарь белый такой, не? Пока что нет, я в другой дом зашел. Просто. Invite, просто добавить пламя. То же самое молоко у нас сейчас. Так, а я уже не помню, был я тут или нет. И все же, мне очень интересно, как здесь происходит такая вещь, как включение фонарика на. Да, включается он. А L не включает? Нет. Я не помню, я как-то включил один раз. Потом меня убили, и я забыл про это. А, вот так. А ты дальше по дороге, да, пошел как бы? О, а может его просто в инвентаре нужно включить? Ну, может быть. О, turn on. Это гениально. Да, да. Сам. Именно так оно и происходит, короче. Да, и, кстати, вот ему удобно, куда смотришь, куда светит. Ну, когда от первого лица, когда со спины не очень. А от третьего разве не так? Ну, так, так, но не очень. Он, допустим, если ты вверх смотришь, он невысоко поднимает, понял? О, боже, я нашел аптечку. И положить мне ее некуда. Пора что-то выкидывать. Так, ну бинтов мне столько тоже не надо. Все, фонарь работает, и это радует. Блин, все мои патроны не подходят на моего мощника. Ну да. Это сюда и аптечку сюда. Отлично. Воду пока все равно нечем. Точнее, не нечем, а незачем очищать. Вот он тебя есть хочет? Уже нет. Я вот наелся тогда, и все. А еды тут немерено. Мне вот интересно, банка же больше пополняет, ну, как бы, еды, чем фрукты. Ну, наверное ж. А, так молоко можно есть, оказывается. Причем оно естся по 10%. Да? Да. То есть, я так понимаю, им можно неплохо наесться.
Ладненько, 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 гибло. Как-то стемнело и стало так грустно. Чего? Что это такое? Мне не грустно. Ну, темно, печально, все серое. Я карту нашел еще кусок. Куда мы направляемся? Ну, надо найти сначала. Да, и топор мне надо забрать, кстати. Да. А где он находится? А он находится... Ну, как ты объяснишь? Давай встретимся возле церкви. Угу, давай. И тогда там уже разберемся. То куда? Я у входа в церковь. О, ты уже так быстро? Так, ну я бегу. Интересно, тут один магазин остался или все-таки несколько? А, я тоже возле церкви уже. Только где-то с другой стороны уже. Сейчас. Вот он я, пошли. Вот сюда, прямо по дороге. Короче, вот в тот дом, который фонарь светит, на рояле там, смотри. Хорошо. А топор обычный или пожарный? Обычный. Печалька. Да если бы он был пожарный, он бы был уже мой. Я думал, может, у тебя тоже пожарный. Да вот, к сожалению, но нет. Ага, я слева ангар увидел, за, ну, за церковь заходишь, и точнее справа ангар там. Понял? За церковь в обратном как бы направлении получается. И там свинарник или... Ну да, мы ж тут не были. Или были? А, мы были. Мы пришли. Да, мы туда пришли. Это точно. Ну что, надо двигать дальше. Из старого собора. Старый собор. А где у нас? А, ну дорога тут одна. В принципе-то. В принципе. Ты взял топор? Да. Ну погнали тогда дальше. А куда? Куда? Ну как куда? В Кабанино. И рядом с Кабанино. Там уже посмотрим, что есть. Друзья, ну... Я думаю, что встретимся мы уже перед Кабанино, и там тогда продолжим серию, так что совсем скоро мы продолжим. Друзья, ну мы наконец-то продолжаем и идем вот по пути в Кабанино, собственно, нашли какую-то базу и решили заглянуть в нее. Так, у тебя патроны есть? В общем-то, надо нам найти рюкзак. Желательно два. Зачем? Ну, потому что эти маленькие уже у меня не вмещаются ни хрена, например. Что маленькие? Зачем? Рюкзаки. Ты видел больше? Да. Какие? Ты не видел больше рюкзаки? У меня 25 слот. Ну, на 35 у меня был. Ну, не видел больше. А у тех чуваков, которые нас убили в прошлый раз, рюкзаки были еще более куда насыщены. Ну что, посмотрим, что здесь где есть. Где сейчас находишься? Я захожу в здание. Надо быть осторожным. И вижу сразу рюкзак. Какой? На 35 слотов. Я беру, ты... Ну, я не знаю, ты будешь прикрывать?
Эх, кто бы меня еще научил быстро перетаскивать вещи? Тут фонарь есть на голову. Отлично. Ты прикрывай лучше, осмотрись пока. Чтоб не было у нас сюрпризов. Сюрпризов? Да я осмотрелся вроде бы. Проход первый. Может, нам тоже поход? Нет. Я нет. Категорически против. Не понял. Ну тогда это к нам тоже, по отношению к нам, точнее, тоже нечестно. Все это получается. Я считаю, что это делают ленивые люди. Ладно, будем правильными. Да. Ну что там? Ничего. Че, пушек нету никаких? А? Нету. Хреновенько. Ну, топоры обычные, да? Угу. А в задней комнате? Ну, как бы, не знаю. Ты уже дальше дернул, да? Ну, вот тут пытаюсь, да, не было. А, я магнум нашел. Где, там? Да, вот ты ходил. А, я, может, пропустил. И у меня ж на него есть патроны. Шикарно. Я так думаю, что на него. Ну ладно, смотреть буду потом. А как понять, есть патроны на него или нет? Ну, попробуем запихнуть эти патроны в него. Ты в другие здания пошел? Ну, сейчас я в другом здании. В казарме. Типа. Казарме, да? О, рюкзак нашел. Тоже на 35 нет, да? Да. Это штаны. Представляешь? Ну, видишь, как здорово. Я засунул этот рюкзак в свой. А я еще один магнум нашел. Отлично. И никому не дам. Ладно, сейчас выйдем. Короче, я тебе его дам. Там что-то есть снизу, мне показалось. Что-то есть. Да, какие-то там лежит. Я что-то тебя перепрыгнул. О-о-о. Так, сейчас мне нужно вложить рюкзак. Я просто этот рюкзак вложил в свой. Слушай, а походу у меня патроны и ни одни не подходят. Это плохо. Да. Ага. Ты еще видел тут какие-то дома? Вон за забором есть. Угу. Да, по-моему, не вот. Ты вообще где находишься? Ну, бегаю тут еще, куда нужно быть. Ой, тут еще казарма есть. Да? Есть, две точно. Здорово. А где? В одну из них пошел я. Ну я пробежал там вдоль стены, завернул. И тут я нашел себе нечто. Тактическую рубашку нашел. Перед входом они, да? Да. А, ну, вижу. В одном из них я, в ближнем к тому к дому, где мы лутали. А другие здесь, походу, вот еще один рюкзак. Еще один рюкзак и что-то Atlas Bipod. Что это значит? Bipod это, походу, это двунога. Угу. И я ее установил на этот, на Масина.
Ну теперь лежа сможешь. Угу. Да я и так лежа могу. А теперь я еще сильнее смогу лежа, да? Да. Теперь ты вообще лежа очень можешь. Очень? Да. Да не можешь, а могёшь. А я наконец-то кобуру нашел. На грудь? Ну да. Она, кстати, на кровати, ну, посматривай тоже. Она на я на кровати нашел эти. Давай. Блин, а вот по шопке как бы не ставится, тут плохо. Что? По шопке не ставится, на мой смысл плохо. Ну, нет, да. Шопке вообще был отжог. Ага, 25. Ну, вот, ботиночки нашел. Кого? Щип. Ботинки. Нет, не тут уже. Ага, тут и, короче, мои ботинки нашел. Прокинь глаза. А тут есть комбат модс. Короче, типа мясо. Я к другой пошел с соседним. А там я был. Да? Ну там что, есть камуфляжные типа. И сентинсы. На 6 слотов? Да. И куртка тут есть. Моя. Или... А, нет, это штаны. Black. Это Black там. Что-то я перепутал. Но... Я там скидал. Тут рюкзак еще один есть на 35. Я тебе говорил. Тебе надо еще? Нет. Ну, кстати, его можно вложить в этот рюкзак. Судя по всему, он займет меньше места. Потому что я умудрился вложить в 25 слотов. Ага. И сколько у тебя было занято? Все. А, ну... Ну, а представь такую теперь тему, что ты можешь туда складывать. Ну, то есть у тебя будет на... А смысл? 10, на 10 слотов больше. Чем? Если ты можешь 35 просто носить и все. А вдруг еще будет? Ну, короче, будет, а будет 45. Да почему будет, если ты говоришь, что все заняты? Ну, все заняты в 25 слотах. Ну, и в 30... А, ну есть... Ну и что, из 35 у тебя, ты и так 35 будешь носить, это беспонтово. У тебя будет 10, а еще можешь вложить в рюкзак. Откуда у тебя 10 будет? От верблюда. Так. Посчитай, 35 минус 20. Сколько будет? Да при чем тут это, если ты 35 рюкзак вкладываешь в 25? Ну, он занимает 25 мест, слотов. Подожди, ты какой в какой вкладываешь? Я говорю, что... Я 5 в лав вкладывал в 25. Ну, и у тебя 25 слотов занято. Да. Правильно. А в 35 у тебя будут свободны все, правильно? В 35 будет 10. Короче, ты меня не понимаешь, наверное. Наверное. Ты имеешь в виду, если в 35 сложить 25? Нет, если в 35 положить еще один 35. Ну, он займет 35 слотов. Почему? Ну, потому что, ну я так думаю, это логично. Нет. Ну что, пошли отсюда. Пойдем. Я уже вышел, как бы. Или ты считаешь, что здесь есть еще что пролетать? А ты где вообще? Вот вышел только сейчас, на выходе. Тебя что-то плохо слышно. Не знаю. Вот, вот так. Я ничего не знаю. Ну ты далеко сидишь у меня. Да понятно. Я так изначально сидел. А, понял. Ты в другую сторону вышел? Я понял. Иду к ангару. Иди, иди, иди. Я тебе должен пистолетик дать. Это не ангар, это ангарчик. Ты в нем? Да, захожу. Отлично, я стреляю, да? Так, пистолет. Вот, пожалуйста, возьмите. Пистолетик. Угу.
Так, а если в пистолетик зарядить вот эти патрончики? Какие у тебя патроны там вообще, скажи? Патроны? У меня 7,62 какие-то есть там. А сейчас тебе скажу. А, блин, у меня были пистолеты, я их выкинул. Да? 7,62, 20 раундов. Что это, не знаю. А на которые на мысленно подходят, тоже 7,62. Очень жаль, что ты выкинул их. Так, а получается... да, фонарь. А, фонарь вместо... Вот. Вот так, вместо кепки. Все... Ну вот я нашел 45 АЦП. Калибр М1911. А, это для пистолета М1911, кольт. Во, слушай, 20 патронов, которые... Да, у меня намочено 26 есть. Патронов. А, нет. Что есть? Да ничего нет. Блин, я думал, я сейчас сделал патроны для... Все, я шикарно, у меня патрончиков 26 есть. У тебя пишется, сколько патронов, да? Ну да. Ну я коробку разобрал, а там оказалось, получается, 20 патронов, и они выглядят точно так же, как и те, что в массе. Сейчас я попробую их зарядить, конечно. Да. Да. Именно все так и происходит. Ну я а коробку что, тоже разобрал, и у меня есть тоже 20 патронов, которые на Мосина подходят. Но я думал, что они подходят на... пистолет. Так, а как мне сделать так, чтобы... Да. Что сделать? Как двуногие вытащить. А, вот это я не знаю. Может, когда ляжешь, она автоматом? Нет. Зачем тогда они тут нужны? Просто так. В общем-то, я думаю, что нам стоит двинуться дальше. На военную базу. Давай. К тому же она тут рядом. На этот раз я смогу отбиваться. Ну да, и это здорово. Правда, жалко, что нету патронов на револьвер мой. Так, куда мы двигаем? В какую сторону? Ну, похоже, что... А какие у тебя патроны, кстати? У меня есть на Мосинку, на твои патроны. Ну я не уверен, вот я не пойму, они... Нет, ну они не подходят, хочешь, я тебе их дам? Ну, я когда просто на пистолет навожу, они красные, то есть значит они не подходят. Ну да, да. Вот они валяются где-то тут ищи. Ну да, выглядит как-то они так, очень похожи. Да, это они. Ну взял? Да, взял. 20, шикос, так у меня вообще патронов. Отлично. Завались. Единственное, у меня нету патронов, чтоб ты знал. Блин, да у меня были патроны на пистолет, я их выкинул. Ну, походу на пистолет. Они такие, блин, маленькие. Ну, маленькие. Посмотрим. Так, нам эту сторону лежать или нет? А это что, уже раз... Нет, ну это просто светло. Смотри, нам не в эту сторону. Нам вот туда. Ты где? На дороге. А, ну так... Я тебя спрашиваю, нам в эту сторону? Нет, нам не в эту сторону. А я не вижу, где ты. Сейчас, подойди к тебе. Подожди. Где ты уже делся? Я в лес отбежал. Ничего. Да, слушай, я тебя вижу. Я ж тебе показывал, в какую сторону. Я тебя вижу. Выбегай из леса, и я там бегу. А, все лучше. Ё-моё, эти деревья. Ух, друзья. Ну, я считаю, что теперь... Ха, теперь есть вариант убить Фапера и забрать у него ж... Мать её. Ну да. Друзья, я думаю, что встретимся мы уже на военной базе и продолжим оттуда серию.